Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич жана Бишкек шаарынын мэри Суракматов Азем Илбекович Бишкек шаарындагы бүгүнкү күндөгү абал боюнча жана көрүлүп жаткан иштер тууралуу бүгүн маалымат берши жана биздин ушул журналисттерден келген суроолорго да жооп беришет. Басма сөз жыйынында түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, МКЛФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөттүү социальный правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем пресс-конференцию заместителя министра внутренних дел Кыргызской республики, коменданта города Бишкек Орозалиева Алмаза Кыдырмаевича и мэра города Бишкек Сурахматова Азиза Эмилбековича. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо-24, Пирамида, 5-канал, областные телеканалы и медиа-центры. Также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, МКЛФМ, по Национальному информационному агентству Хабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат, урматтуу. Чыгыз мырза, урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Бишкек шаарынын ички иштер башкармасынын үздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытталган иш-чаралар жүргүзүлдү. Өткөн суткада Бишкек шаарынын аймагында комендант саатын бузган үчүн 74 адам райондук ички иштер башкармасына жеткирилген, анын ичинде 62 эркек, 12 аял. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизгенден кийин 2020 жылдын 25-мартынан 6-апрелине чейинки аралыкта катталган кылмыштар жана жоруктар тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. Жалпысынан Бишкек шаары боюнча катталган кылмыштар жана жоруктар 516 түзөт. Анын ичинен 467 кылмыш жана жоруктар бети ачылган. Ошондой эле. Ленин район боюнча 115 катталды, 95 ачылды. Октябрь району боюнча 105, 99 ачылган. Свердлов район боюнча 158, 143 ачылган. Биринчи май район боюнча 150, ачылганы 130. Урматтуу шаардыктар, жалпысынан 25 марттан баштап 7 апрелге чейинки комендант саатынын талаптарын бузгандыгы үчүн райондук ички иштер башкармасына 1450 адам жеткирилген. Анын ичинен 1256 эркек, 196 аял, 46 чет элдик жарандар, 15 жаш өспүрүмдөр. Уважаемые жители и гости столицы, сразу хочу вас заверить, что обстановка в городе стабильна, и в данное время соответствующими службами проводятся все необходимые мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Карантинная зона постоянно расширяется, где сразу проводится дезинфекция всех улиц и зданий, находящихся в данном квадрате. Первые карантинные зоны также закрыты, где продолжается санобработка. На сегодняшний день карантинные зоны ограничены улицами Южная магистраль, Садырбаева, Некрасова, Льва Толстого, Молодая гвардия, Бычка, Алматинская и выходит на Южную магистраль. На сегодняшний день в зону, в карантинную зону продуктовые рынки, Аламбинский базар, Ошский базар, Ортосайский базар не входят. За период введения чрезвычайного положения на территории города Бишкек было зарегистрировано 516 преступлений. Из них 467 раскрыты. Если говорить в разрезе районов, то по Ленинскому району было зарегистрировано 115.
Из них 95 раскрыто. По Октябрьскому району было зарегистрировано 105. Из них 99 раскрыто. По Свердловскому 158. Раскрыто 143. По Первомайскому району 150. Раскрыто из них 130. Уважаемые жители города Бишкек, на сегодняшний день преступления, которые совершаются на улицах и в общественных местах, практически сведены к нулю. Силами органов внутренних дел, а также с большой помощью нашего населения. Хотел бы сказать, что много у нас вопросов задается по карантинной зоне. Я думаю, что после того, как сейчас будем отвечать на ваши вопросы, на вопросы, дорогие жители, у меня пока предварительная информация вот такая. Я готов ответить на вопросы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки сөздү Бишкек шаарынын мэри Рахматов Азим Любикичке берелик. Уважаемые бишкекчане, мэрия города Бишкек, пресс-служба мэрии города Бишкек сделали мониторинг обращений граждан в средства массовой информации и социальных сетях. Наиболее часто задаваемые вопросы были: необходимость введения режима ЧС в Бишкеке, меры, принимаемые городом против распространения вируса, третье – продовольственная безопасность и защита социально уязвимых слоев населения, четвертое – функционирование и жизнедеятельность города. Позвольте вкратце остановиться на этих пунктах. В городе Бишкек уже вторую неделю действует режим чрезвычайного положения, введенного президентом Кыргызской республики Жээнбековым Сооронбай Шариповичем. Решение было принято для опережения нежелательных событий и в первую очередь направлено для защиты жизни и здоровья наших людей. Данная мера позволила мобилизовать наши силы и предотвратила неконтролируемый рост распространения коронавируса. В то же время режим чрезвычайного положения вызвал изменения в привычный уклад жизни наших граждан, создал неудобства и некоторые проблемы для бизнеса и служащих. Но поверьте, эти меры в первую очередь направлены для борьбы с коронавирусом. Благодарю всех бишкекчан за терпение, выдержку и понимание. Первое. Меры, направленные городом на борьбу с вирусом. Бишкек является самым плотно населенным городом в стране. Здесь риск заражения признается самым высоким. Динамика заболевших в столице растет и, возможно, приближается к своему пику. По анализу экспертов, через некоторое время количество зараженных контактных лиц пойдет на спад, но только при условии полной самоизоляции наших граждан, исключения контактов и соблюдения режима карантина. На 7 апреля в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 25 человек. Эти 25 человек имели близкий контакт с 60 гражданами, которые являются близкими родственниками, и 204 контакта, которые являются коллегами по работе, друзьями и знакомыми. Приведу пример, когда несоблюдение карантина привело к тому, что только из одной семьи гражданин, который работает таксистом, заразился коронавирусом сам, и сам того не зная, заразил 6 членов своей семьи – жену, дочь, зятя, двоих сыновей и внука. В другой семье один человек заразил 4 близких родственников, и таких случаев много. В целом по городу на учете поставлено 1756 граждан. У всех взяты первичные анализы, и они находятся на обсервации или на домашнем карантине. После инкубационного периода 14 дней у них будет взят повторный анализ, и если результат будет отрицательный, то они будут сняты с наблюдения. Всего по городу снято с наблюдения в связи с завершением срока карантина и по отрицательным анализам 1359 человек. Вирусологическая лаборатория ЦГСН на 7 апреля 2020 года проведены исследования отобранных мазков на коронавирусную инфекцию у 711 человек. С 1 апреля начато исследование на коронавирусную инфекцию экспресс-методом. На 7 апреля 2020 года проведены исследования у 598 граждан. Для обеспечения круглосуточного дежурства на 32 санитарно-карантинных постах, организованных в городе Бишкек, определены 132 медицинских работников из городских медицинских учреждений. Также подготовлены и находятся в резерве 50 врачей. Медицинские работники проходят обучение по ведению работы с пациентами с подозрением на коронавирус. Всего за период с 28 января 2020 года проведено обучение для 151 медицинских работников города Бишкек. Также с 6 апреля запущен механизм по ранней диагностике. Теперь жители города могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию по номеру 118.
Медики будут собирать данные прямо по телефону, подробно выяснят все детали самочувствия позвонившего горожанина и заполнят специально разработанную специалистами анкету. Дорогие горожане, вы можете позвонить, если вы посещали неблагополучные страны или регионы, у вас был тесный контакт с инфицированными коронавирусом, были в точках обсервации или на домашнем карантине, если симптомы высокая температура, кашель, отдышка. В случае угрозы выявления инфекции на место будут выезжать мобильные бригады медиков в составе врачей, эпидемиологов и лаборантов. Они будут делать экспресс-тест прямо на дому. В городе сформировано 40 мобильных бригад. Всего мобильными бригадами выполнено 1312 выездов. Медицинские работники осуществляют наблюдение за состоянием здоровья граждан, прибывших из неблагополучных регионов, либо если есть симптомы вируса COVID-19. В эти трудные дни от имени горожан разрешите искренне поблагодарить наших медицинских работников. Они, исполняя клятву Гиппократа, вне зависимости, будь это стоматолог, хирург или терапевт, все вместе борются с эпидемией коронавируса. Сегодня мы восхищаемся героизмом и стойкостью наших врачей, эпидемиологов и медицинских работников. Третье. Продовольственные цены и безопасность. Для минимизации негативных последствий эпидемии создан городской штаб по экономической и продовольственной безопасности. В целях недопущения искусственного роста цен ежедневно проводится мониторинг и анализ цен и запасов социально значимых продуктов. Проводятся переговоры с производителями и оптовыми поставщиками продовольственных товаров о недопущении искусственного завышения цен на основные товары. А также ведется соответствующая работа в случае обнаружения факта спекуляции цен. На некоторые виды товаров есть объективные факты увеличения цен, но они согласованы с Государственным антимонопольным агентством и связаны с увеличением курса доллара, сложной логистикой и увеличением цен поставщиками, преимущественно зарубежными производителями. Третье. Продовольственная помощь малоимущим слоям населения. К сожалению, коронавирус в первую очередь представляет угрозу для старшего поколения и людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому наша главная задача – это защита пожилых и малоимущих людей. Из местного бюджета планируется выделение средств для оказания помощи 15 тысяч семьям в виде продуктовых наборов – мука, макароны, масло подсолнечное, сахарный песок, рис. Созданы районные штабы с привлечением наблюдателей, социальных работников, домовых и квартальных комитетов. И в данном направлении работа идет в акиматах по уточнению списков реально нуждающихся в помощи. Все они будут обеспечены продовольственными корзинами первой необходимости со стороны мэрии города Бишкек. Кроме того, решением правительства Кыргызской Республики городу Бишкек выделено 6 тысяч мешков муки для малоимущих и многодетных семей. Данная работа производится, и порядка 70% муки уже доставлено в нуждающиеся семьи. Также необходимо отметить помощь наших городских бизнесменов и компаний, таких как строительная компания «Орион», супермаркет «Фрунзе», «Каганат Инвест», «Демирбанк», компания «Риха», компания «Айухолдинг» и других компаний. Их помощь составит порядка 20 тысяч продуктовых наборов для малоимущих семей. Списки также уточняются районными комиссиями. Все желающие могут обратиться для обработки данных и внесения в список через горячую линию. На сегодняшний день арабскими благотворительными фондами «Асафа», «Асанабиль», «Итар», «Али-Аюб» и другими фондами планируется оказать помощь 15 тысячам горожан. Из них на сегодня уже оказана помощь более 6 тысячам семьям. Итого на настоящий момент по городу Бишкек общее количество гуманитарной помощи составит 56 тысяч семей. Данная цифра, надеюсь, будет расти. От имени горожан и мэрии города Бишкек выражаю огромную благодарность всем, кто помогает малоимущим гражданам в эти трудные дни. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к благотворительным фондам и спонсорам. В городе есть факты раздачи гуманитарной помощи без утвержденных списков акиматов, и иногда в одну семью выделяют по 2-3 помощи, а некоторым нуждающимся семьям ни одной помощи. Кроме того, есть факты, когда самодостаточные и обеспеченные семьи есть в списках малоимущих, их надо оттуда убрать. Только вчера был случай в жилмассиве Дордове, где определенные лица встречали благотворительные фонды с гуманитарной помощью перед въездом в жилмассив и обещали ее раздать, но фактически помощь не дошла до адресата. Жители обратились в Свердловский акимиат и РОВД, и только после вмешательства властей начали раздавать помощь справедливо по списку. Особо важно гуманитарную помощь выделять соблюдением принципа открытости и прозрачности. Поэтому просим все списки согласовывать в акиматах и гуманитарную помощь раздавать через горячую линию акиматов мэрии города Бишкек. 7 апреля запущено приложение на официальном сайте мэрии города Бишкек «Помощь горожанам», где все нуждающие могут оставить свои заявки. Экономика города, ЖКХ и транспорт.
Мэрия города Бишкек, все службы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме и без перебоев. Все намеченные планы, проекты осуществляются в полном объеме, но с условием жесткого режима экономии бюджетных средств. В рамках реализации плана мероприятий по недопущению распространения коронавируса проводится комплекс мероприятий. С 26 марта ежедневно задействовано 16 микроавтобусов транспортных предприятий для помощи при дежурстве сотрудникам милиции во время комендантского часа. Для перевозки медицинских работников городских организаций здравоохранения разработано и организовано 17 маршрутов на 27 микроавтобусах. Муниципальным предприятиям Тазалык ежедневно проводятся работы по дезинфекции городских улиц, жилмассивов и микрорайонов города. Всего для дезинфекции задействовано 76 сотрудников, 24 спецтехники. Производится дезинфекция контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Более 1000 остановок общественного транспорта, а также в подъездах, где выявлены контактные и зараженные лица. В городе резко сократилась преступность, дорожно-транспортные происшествия благодаря слаженным действиям коменданта, комендатуры и сотрудников Министерства внутренних дел. Работы по исполнению решений правительства и республиканского штаба в данном направлении будут производиться постоянно. Уважаемые горожане, эпидемия коронавируса – это явление временное, и она обязательно пройдет. Главное – строго соблюдать требования установленного карантина. Спасибо за внимание, будьте здоровы. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы, наверное, перейдем к вопросам и ответам. Тоже я ранее говорил, что были несколько изданий, задавали вопросы, мы это прочитаем, озвучим. У нас сегодня ровно 40 минут и плюс 5 минут еще, наверное, добавим, и как раз на эти вопросы успеем, наверное, ответить. Вопрос коменданту города Бишкек от «Кактус Медиа». Не вопрос, скорее предложение. Можно ли составить карту передвижения заразившихся, чтобы граждане могли видеть, где чаще всего заражаются в городах Бишкек, Ош, по районам разделить? Можно ли? Да, очень хорошее предложение. Мною дано поручение Государственному комитету информационных технологий и связи. Значит, на сегодняшний день специалисты над этой проблематикой работают. Я думаю, в ближайшее время мы уже будем докладывать о результатах. Угу. А как тут медиа вопрос? Можете указать, по каким критериям милиция называет пропуски поддельными? Что именно с ними не так? Был случай, когда хотели забрать пропуск, где нет номера, но в какой-то период комендатуры выдавала красные пропуска без номеров? Ну, поддельные пропуски появляются. На сегодняшний день, значит, уже 30 фактов зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков УВД районов города Бишкек по статье 359. Назначены все экспертизы, но я бы хотел сказать, что действительно, если, например, не указан номер автомобиля, если не указана фамилия водителя, если, значит, имеются такие факты, что сверху, значит, клеят бумагу и новый номер записывают на другую машину. В этих случаях мы реагируем, значит, и меры принимаем. Вот. Угу. Вопрос к коменданту. Если фермер не везет продукты в грузовике, а ему надо за вакциной, запчастями, кормом, так как он может заехать на территорию Бишкека без пропуска? Хороший вопрос. Хотел бы сказать, уважаемые наши фермеры, уважаемые наши предприниматели, занимающиеся весенне-полевыми работами, хотел бы сказать, чрезвычайное положение предусматривает ограничительные меры по передвижению. К большому сожалению, мы не можем дать всем пропуска, но есть у нас службы доставки, которые могут доставить любые товары и предметы до, будем говорить, до блокпостов. Поэтому мой для вас совет — воспользоваться именно услугами службы доставки. Вот. Еще раз хотел бы напомнить, грузовые автомашины, большегрузные, грузовые спринтеры, шиньоны, портеры, которые осуществляют доставку продуктов питания, беспрепятственно проходят через блокпосты. И также беспрепятственно они выезжают из города Бишкек.
Вопрос коменданту от 24KG. Скажите, как могут люди попасть к тому же стоматологу или врачу в условиях перекрытого города? Это не прихоть, а необходимость. Вариант взять справку не подходит, потому что за ней сначала надо как-то попасть в медицинское учреждение. Это делается очень просто. Заполняется маршрутный лист. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, после чего, значит, можно будет добраться до пункта назначения поликлиники либо стоматологии. Вопрос к коменданту. Сейчас из-за коронавируса и режима ЧП и так люди находятся в стрессовом состоянии. Зачем патрульные машины кошмарят город своими сиренами? Просто чтобы проскочить на светофор красный свет, жители ближайших домов должны все время из-за этого нервничать. Почему пешие патрули такие грубые? Вы не проводите с ними инструктаж? Значит, инструктажи проводятся ежедневно перед заступлением на службу наших как пеших, так и автопатрулей. Что касается, значит, включенных сирен и маяков, это, значит, служебная необходимость. Действительно, наши патрульные, которые находятся в автомашинах, они проводят разъяснительную работу среди населения. До сих пор, уважаемые горожане, на улицах очень много передвигается не только пешеходов, но и автомашин. Поэтому это крайняя необходимость, и мы вынуждены к ней прибегать для остановки транспортных средств, для, значит, их дальнейшего, значит, принятия мер к ним. Что касается грубости наших патрульных, уважаемые горожане, на сегодняшний день работает многоканальная горячая линия 13-12, поэтому о всех фактах грубого обращения с гражданами со стороны сотрудников органов внутренних дел просим вас обращаться на эту линию, и мы обязательно меры примем. Вопрос Азим Ильбекович вам, 24KG. Бишкек Асфальт Сервис рапортует о строительстве велодорожки, тротуаров, ямочном ремонте. А что с китайским грантом? На какой стадии сейчас проект? По строительству парковых зон велодорожек работа Бишкек Асфальт Сервисом продолжается. Она не останавливается. То, что касается гранта по линии Китайской Республики, соглашение было подписано между мэрией города Бишкек и Министерством коммерции, и данный проект будет реализован после завершения эпидемии. Вы всегда говорили о поддержке бизнеса. Есть ли у городских властей план по его поддержке сейчас и в посткризисное время? Поддержка будет оказана, всемирная поддержка. Те бизнесмены, которые по обстоятельствам коронавируса на сегодняшний день остановили свой бизнес, по мере завершения эпидемии мы будем с ними отдельно по каждому случаю разговаривать. Я думаю, что в части мэрии это оформление документов и другие процедуры мы будем проводить максимально быстро и максимально оперативно, и окажем всяческое содействие для того, чтобы их бизнес не остановился, а развивался. Подсчитали ли вы уже выпадение налоговых поступлений из бюджета, и где город будет брать деньги на необходимые мероприятия, работы, служб, инфраструктурные проекты? У нас есть анализ выпадения бюджета. На апрель месяц у нас порядка около 400 миллионов. Я надеюсь, после завершения эпидемии мы эти потери наверстаем. Азим Ильикович, вам вопрос. У нас очень много граждан, которые живут без прописки, и они живут в квартирах. Также у них нет возможности заработка. И на данный момент можете еще раз повторить, где могут они взять помощь и какова механизм? По городу Бишкек у нас есть зарегистрированные в органах социальной защиты малоимущие граждане, их по городу 14 033 человека. Другие граждане, которые просто арендуют или живут на квартирах, для них мы по линии гуманитарной помощи также организовываем помощь. На сегодняшний день все лица, которые нуждаются в помощи, и будут взяты на учет по горячей линии наших акимиатов. Они могут через акимиат обратиться
зарегистрировать свои данные. После проверки, если они действительно нуждаются, они будут внесены в списки и получат гуманитарную помощь. Угу. Вопрос к коменданту сейчас. .kg. Как получить пропуска представителям технического обслуживания транспорта для своих сотрудников, если онлайн заявки не принимаются? Любой транспорт, даже тот, что возит продукты питания и медикаменты, имеет свойство выходить из строя. Также были случаи, когда на Фейсбуке и в Твиттере искали работающие станции для обслуживания карет скорой помощи. Почему, значит, к сожалению, значит, технические службы, как СТО, по обслуживанию автотранспортных средств, на сегодня, значит, не входят в сферы жизненно важных деятельности именно по городу Бишкек. Но я бы хотел бы сказать, что на территории Чуйской области данные предприятия, данные точки по обслуживанию автотранспортных средств работают, их никто не закрывал. Поэтому просим вас, уважаемые представители, значит, транспортных компаний, подождать чуть-чуть. Я думаю, с этим тоже мы совместно с Азизом Ильбековичем тоже вот, над этим вопросом будем работать. Азим Олегович, вам вопрос. В крупных гипермаркетах столицы уже несколько дней наблюдается нехватка муки. Но я не сказал бы, что это нехватка муки. И когда решится этот вопрос? Мы ежедневно проводим мониторинг цен и запасов продовольствия. На сегодняшний день нехватка муки в супермаркетах мы не наблюдали. Возможно, не успели завести на прилавке, или какие-то другие причины, связанные с доступом в места, вот, где находится магазин. Но я думаю, что на сегодняшний день продовольствия на складах достаточно для того, чтобы прилавки были полными. А вы мониторите на цены? Цены мы мониторим. На сегодняшний день наблюдается небольшой рост. Как я уже говорил, это по объективным причинам из-за курса доллара, но это на те виды продуктов, которые завозятся из-за рубежа. По остальным мы такого резкого скачка цен не наблюдали. Вопрос к коменданту от Говорит ТВ. Почему в микрорайонах нет контроля за действием карантина? Люди свободно гуляют и без масок. Не согласился бы с этой информацией. По городу Бишкек у нас ежедневно заступает более 400 пеших патрулей, которые, значит, осуществляют охрану общественного порядка, осуществляют патрулирование на улицах города Бишкек, в том числе на территории Октябрьского района, в южных микрорайонах. Если есть такие факты, уважаемые горожане, еще раз обращаюсь к вам, сразу звонить на горячую линию 1312, и с вашей помощью мы будем, значит, принимать меры. Спасибо. Вопрос к мэру города Бишкек, как говорит ИВ. Дезинфекция в многоэтажных домах проводится за свой счет. Почему не проводится дезинфекция за счет государства? Дезинфекция проводится на крупных улицах, микрорайонах, в жилых массивах, во дворах. И по мере обнаружения контактных или коронавирусных лиц в этих домах мы обязательно проводим дезинфекцию. По остальным работа идет планово, и я думаю, что мы охватим все дома для того, чтобы произвести дезинфекцию. И тоже такой же вопрос. Дезинфицируются ли мусорные контейнеры? Вывозится ли мусор? Контейнерные площадки по городу Бишкек дезинфицируются в полном объеме. Их по городу количество порядка около 10 тысяч, и они все дезинфицируются. Остановки и контейнерные площадки для мусора, они полностью дезинфицируются в день по два раза. А как обстоят дела с дезинфекцией торговых домов, гипермаркетов?
Там также производится дезинфекция, но эта дезинфекция проводится уже самими хозяевами, они в первую очередь сами заинтересованы. Дезинфекция производится тоже в день по 2, иногда 3 раза, и за этим наблюдают наши санитарные эпидемиологи. Вот мы говорим, что работники муниципальных служб работают, и оснащены ли сотрудники городских служб защитными средствами? Те бригады мобильные, которые по городу сейчас ездят и обслуживают, берут анализы, они оснащены всеми индивидуальными СИЗами, средствами индивидуальной защиты. Те сотрудники, которые работают в акимиатах, в мэрии, которые на сегодняшний день обеспечивают жизнеобеспечение города Бишкек, они обеспечены средствами, масками, дезинфицирующими средствами, перчатками, и в день по 2-3 раза проходят дезинфекцию. Вопрос к мэру города Бишкек. Предоставлены ли условия для работы медиков, эпидемиологов? По работе медиков-эпидемиологов на сегодняшний день работают 40 мобильных групп. Мы всем предоставили транспорт, заправили их горючим, предоставили водителя. Сотрудники здравоохранения, эпидемиологи работают полностью в средствах, средства это при помощи формы СИЗов, средств индивидуальной защиты, и они все обеспечены транспортом и необходимыми защитными средствами. Вопрос к городу, мэру города Бишкек. Как отправлять показания счетчиков, платить за коммунальные услуги? Ну, на сегодняшний день у нас есть колл-центр мэрии города Бишкек. Там все службы на сегодняшний день работают удаленно. Каждая служба на сегодняшний день сидят на телефонах и сидят через интернет, принимают заявки. Каждый гражданин может удаленно отправить свою заявку и получить счет на оплату. Вот вы недавно только что сказали, что волонтеры и благотворительные фонды могут помочь, но их проблема с пропусками. Как этот вопрос решить? И второй вопрос у мэра города Бишкек. Мы хотим помочь городу, есть ли волонтерский штаб мэрии? Первый вопрос, Хамза Зарозович Кадырмаевич. Значит, мы знаем об этой проблематике. Значит, действительно, но я бы хотел бы подчеркнуть, что волонтерские организации должны работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. Об этом сейчас уважаемый мэр сказал. Поэтому, исходя из заявки, будем говорить, органов местного самоуправления, мы будем рассматривать эти запросы. Азим Ильич, вот как раз вот второй вопрос был. Волонтерский штаб мэрии есть ли? У нас есть на официальном сайте мэрии города Бишкек приложение «Помощь горожанам». Также в районных администрациях есть горячие линии. Если открыть интернет, новостя, там есть данные, телефоны заместителей глав районных администраций, которые курируют социальную сферу. Они сегодня все сидят в акимиатах, принимают заявки, изучают заявления, и в случае необходимости мы включаем данное лицо в список для получения гуманитарной помощи. И такой очень хороший вопрос от предпринимателя КАСА. Я предприниматель, хочу помочь городу. Куда можно отправить средства? Средства можно отправить через районную администрацию или в мэрию города Бишкек. У нас есть фонд. Данный фонд открытый и прозрачный. После поступления денег мы отправляем в гипермаркет Фрунзе или Глобус, и они формируют вот эти продовольственные пакеты. Есть второй вариант. Любой бизнесмен может напрямую отправить в супермаркет Фрунзе или Глобус, и там ему сформируют продовольственные пакеты, и они с нашими службами по нашему списку могут сами организовать развоз. В городе очень много многоэтажных домов, и есть, соответственно, у них лифты. Как обстоят дела с обработкой лифтов? На сегодняшний день все лифты обрабатываются. И данная информация постоянно проходит в социальных сетях. И я думаю, что ни один лифт мы не забудем. Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас еще 4 минуты до окончания пресс-конференции, и, наверное, я успею задать несколько еще вопросов, 2 вопроса. Зачем все-таки носить маски на улицах? Не поймем штрафы за ношение масок в общественных местах, если речь не идет о помещениях. Скажите норму закона, на которую вы ссылаетесь. От Кактус Медиа вопрос.
так таковой, норму закона, значит, применяемой за нарушение неношения масок у нас нету. Значит, имеется у нас, значит, недавно были приняты поправки в кодекс о нарушении. Это нарушение требований режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного или военного положения, нарушение требований правил ограничительных мероприятий карантина. Вот. Несоблюдение требований комендантского часа, действия направлены на нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения. Уважаемые горожане, мы постоянно обращаемся в ваш адрес. Мы в первую очередь заботимся о вас, о вашем здоровье. Хотим, чтобы вы себя и окружающих не подвергали опасности. В связи с этим мы призываем еще раз соблюдать вот эти нормы гигиены, в связи с чем необходимо одевать маски. Одевать маски, чтобы не подвергать себя опасности и окружающих. И предпоследний вопрос коменданту города Бишкек. Как происходит процесс принятия решения о выдаче пропусков в онлайн-режиме? Сколько людей обрабатывают заявки на пропуска и по каким причинам чаще всего отказывают в их выдаче? Дело в том, что на сайте 1312.tunduk.kg полностью, значит, мы алгоритм действий вывесили. Там имеются все требования. В основном на сегодняшний день 14 тысяч запросов нам поступило, было одобрено 605. В основном отказ идет из-за того, что не в полной мере, значит, наши, значит, обратившиеся лица предоставляют документы для получения разрешения. Урматтуу комендант, шаар мэри, Бишкектен Тунгуч, Каражыгач, Учкун, Алтын Ордо, Рухий Мурас, Конуштардын жашоочулары санитардык карантиндик аймак чийилип, тосулгандан бери банк кызматын пайдаланбай алдык. Мурда бир топ банктардын филиалдары жайгашкан Аюу Гранд Комфортко барчубуз. Аталган борбордогу банк филиалдарын иштетсе болобу, калганы жабык боло берсин. Антпесе акча ала албай же муктаж туугандарга жей бере албай оорчулук жаралууда. Соода борбору банктар менен сүйлөшүп кетсе болобу ушул маселени. Шол боюнча улуттук банктын жетекчиликке тапшырма берилген. Бүгүнкү күнү ошондой эле карап туруп, ошондой бир чечимге келип туруп, сөзсүз биз жергиликтүү элге жардам беребиз. И последний вопрос от главного редактора АКПРС Жаркын Байжигитовой. На каком этапе дело по продаже пропусков? Были ли зарегистрированы аналогичные факты продаж? Значит, один факт был зарегистрирован по Октябрьскому району. Мною, комендантом, было, значит, дано поручение управлению ГКМБ по городу Бишкек, который совместно с ГУДы города Бишкек был задержан сотрудник Октябрьского РОВД при получении, значит, взятки 14 тысяч сомов. На сегодняшний день данный сотрудник, значит, водворен СИЗО ГКМБ, продолжается следствие. По окончании следствия мы дадим полную информацию. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс-борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич жана Бишкек шаарынын кандидаты, коменданты, ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Сурахматов Азем Илбекович болду. Бардык суроолорго жооп берди жана менин оюмча бардык суроолорго жооп ала алды деп ойлойм. Басма сөз жыйынды түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлорунан Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, мен КЛФМ радиолорунун, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальный правительство жана 1-чи радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Суроолордун дээрлиги орус тилинде, расмий тилде келгендиктен биздин коноктор бүгүн ошо расмий тилде жооп беришти. Чоң рахмат.